Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. Обсуждаем мы сегодня тему, ну, я бы сказала, непростую, но мне кажется, что эта тема затрагивает практически каждого из нас, очень многих. Мы будем говорить о школе и будем говорить о том, за что же сегодня платят родители. У меня в гостях эксперт по данной теме Павел Карпов, директор Московской школы номер 261. Павел, доброе утро. Павел, ну вот, собственно, тема программы. За что в школе платят родители? За что? Ну, во-первых, в целом для меня лично идея, когда инвестируется и родители инвестируют в образование, она не кажется чем-то пугающим. И меня совершенно не пугает название применения слова «услуги» в отношении образования. При этом на самом деле, огромный кусок всего, что нужно для любого ребенка, он финансируется государством. А вот давайте сразу, Павел, дело в том, что это все-таки некие нововведения, которые, ну, говоря таким бытовым языком, как обухом по голове, некоторым родителям ударили в целом, да, потому что что-то перестало быть платным, что, точнее, бесплатным, что было бесплатным раньше. И, соответственно, не все на это рассчитывали. Я, кстати, хочу нашим слушателям сказать телефон студии 65 1099 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос по поводу образования в школе, за что сегодня платят родители. Тему, которую мы обсуждаем сегодня с Павлом Карповым, директором Московской школы 261. Либо на сайт finam.fm, на страничку программы формулу права» можно написать ваш вопрос, комментарий. Мы а, постараемся все озвучить и на вопросы ответить. Тем не менее, Павел, на что сегодня Нет, родители да. могут а, Мне претендовать? кажется, что обрушилось не какие-то нововведения, а просто те страхи, которые всегда уже напротив Лет 15-20 они витают в воздухе, что все это станет. Страхи материальные, бесконечно. да, не достаются и из И они периодически и отдаются. падают. В частности, вот тексты в интернете о том, что все все коммерциализуется, кроме физкультуры, ОБЖ и там какого-то курса истории. Эта история очень давняя. Это текст абсолютно фейковый, не настоящий Он просто гуляет и периодически вдруг становится, попадает в топы всяких блогеров и так далее. Это не соответствует. Скажите действительности. нам правду. Ну правда в чем? Что на самом деле да, вступил в силу закон об образовании в Российской Федерации. Закон хороший. Он не очень хороший, но вот насколько могли сделать хороший у нас, настолько и сделали. Он однозначно лучше прошлого. При этом все, все ожидания родителей в виде конкретных часов, конкретных предметов и так далее, они все сохранены и они все будут выполняться школой. Другое дело, что сейчас начинаются всякие какие-то странные вещи, когда в этот закон, только-только приняв его, вносятся непрерывные какие-то поправки, и от этого у нас смысл стране, его теряется просто вот на глазах. Вот мы просто смотрим и с каждым очередной инициативой, что, например, сейчас Госдума захотела закрепить количество предметов, вот буквально по названиям их, по количеству часов на уровне изменений в закон. То есть это не получается не дело образования, не дело федеральных стандартов. А теперь депутаты решили самостоятельно определить, сколько часов чего... Нужно. На мой взгляд это даже нельзя назвать шагом назад, это просто какое-то бросание обратно в пропасть, но на сегодняшний день... Большая часть вещей, безусловно, гарантируется государством. Дальше возникают желания родителей, они нормальные желания, когда хочется драм-кружок, кружок по фото, а еще и петь охота. И когда хочется еще дополнительно, предположим, иметь не два языка к изучению, а три. Или э, иностранный язык изучать не три часа в неделю, как это всегда было по стандарту, а, например, шесть часов в неделю. Вот здесь возникает уже э, вопрос, когда э, есть договаривающие стороны. Есть школа, есть родители, ну и есть собственные дети. В этом плане некоторые вещи могут тарифицироваться. Могут и не тарифицироваться. Школа совершенно спокойно может принять ту образовательную программу и тот учебный план, который будет включать большее количество предметов, так называемых коллективов, и любое количество дополнительного образования. Все зависит от тех денег, которые у школы есть. В принципе, в Москве норматив большой, как в других городах и весях. Наверное, как-то ситуация другая. Здесь вот возникает пространство, где возможно умное соинвестирование. Сказать, что все, теперь теперь на каждой школе из окон выбрасываются ценники, и, значит, там сидят учителя и потирают руку, такого нельзя. И более того, неправильно так думать, потому что вы правильно сказали, что мысли материальны. Если приходить в школу и все время требовать от нее, ну да, вы теперь стали платны, а что у вас теперь платное, то в какой-то момент она начинает тоже задумываться над этим вопросом. Поэтому э, есть э, в хорошем смысле избыточность образования для тех, кто его потянет. Здесь нужно э, смотреть и договариваться со школой. Часть вещей, безусловно, как у нас, как другие школы, делаются бесплатно. Часть вещей, возможно, платно, но там достаточно жесткие рамки, и все это становится, ну, это даже нельзя назвать прозрачным, это уже просто какая-то э, ситуация, когда ты стоишь, и на тебя светит 120 прожекторов, Поэтому все, все привлечение средств в, в школы, они э, делаются за, зарегламентированно сильно, за это, это все видно, э, на что тратятся эти деньги тоже видно, поэтому здесь каких-то э, махинаций, мне кажется, даже и невозможно осуществить. Ну вот, Павел, у меня вопрос... Сейчас мой собственный ребенок еще не дорос до уровня школы, поэтому я не могу сказать это от себя когда именно... Это произойдет? Да, да, может быть, там уже новый будет закон об образовании к тому времени, когда он, когда он пойдет в школу. Но, тем не менее, и коллеги, и друзья, и знакомые как раз вот с этой новостью приходили, и приходили каждый из своей школы, каждый да. со своими собственными а конкретно, информациями. Ну а вот, например... Коллега пришла из одной mm -hmm. из московских mm -hmm. школ совершенно обычных, не какая-то mm -hmm. вот э, там изначально платная школа. Mm -hmm. И э, получалось, что в год на то, э, что ребенок, чем ребенок уже занимался, в год будет уходить 72 тысячи, четко посчитанная сумма была 72 тысячи. Да, это то, что, это что у него было раньше, ну это я не могу. Образование или продленка что это? Нет, продленки нет. Это ребенок, который учился, учится сейчас, наверное, mm -hmm. 7 8 класс примерно вот такой вот возраст. Mm -hmm. Я просто припоминаю, да, возраст Но, тем не менее, я, кстати, наших слушателей призываю а, тоже позвонить нам, рассказать, а, может быть, какие-то свои эмоции и новости, как это было преподнесено родителям в каждой конкретной школе. Вот у вас, например, а, у наших слушателей телефон студии. Я напомню, что мы в прямом эфире 65 10 99 и 6, код Москвы 495, либо также на сайте finam.fm, на страничке программы «Формула права» можно написать вопросы, комментарии. Мы обсуждаем эту тему дальше, но... Тем не менее, вот вопрос у меня сформулировался как раз, пока вы нашим слушателям рассказывали, mm -hmm. да, вот эти вот mm -hmm. нов нововведения, их суть, а, сформулировался следующим образом, а, что, а, ну, даже, наверное, вот так скажу, можно ли бесплатно, прошествуя по а, образованию с а, младших классов, и, кстати, с какого класса вообще вся эта система действует, и до последнего школьного класса, можно ли подготовиться к ЕГЭ? Возможно, но с некоторыми ограничениями. Во-первых, в новом законе теперь есть форма такого внешкольного образования, это то, что называется семейным или уже в старших классах самообразованием. То есть предполагается, что в принципе ребенок под руководством родителей и э, каких-то дружественных ему сил э, может э, на самом деле не менее качественно освоить э, те вещи, которые в образовании вообще государство признает как некоторые данности и правильность. То есть оно закрепляется в виде конкретных тестов ЕГЭ понятно при этом, что, конечно, образование просто как вот человек один сидит, окруженный книгами, даже если их будет 150 тысяч вокруг него, да, но один сам по себе человек, тем более ребенок, на мой взгляд, он э, развить необходимые в себе усилия и возможности для полноценного образования он не может. Это, это всегда возникает либо в, и, и в диалоге с э, другими детьми, и самое главное в диалоге с учителем. Без учителей, конечно, образование крайне тяжело. Но тем не менее, я считаю, что э, тем более, что сейчас, э, поскольку, на мой взгляд, ужасы ЕГЭ, они тоже немножко пере не переоценены даже, а как сказать, бо бо более страшно представляется, чем есть на самом деле. Потому что э единый государственный экзамен на уровне э там, э четверки ⁇ это абсолютно достижимая цель для любого ребенка со средними способностями без каких-то специальных усилий. Так вот, э поскольку эти ужасы, они не только у родителей, но и в части школы, в образовании, то я э прекрасно, мы все прекрасно понимаем, что программа меняет по то, чтобы в 10-11 классе основные силы бросать на подготовку к единому экзамену. Этой подготовки вполне достаточно. При этом могут быть, конечно, удивительные случаи, когда вот, у нас был такой ребенок, который не только занимался в школе готовился к ЕГЭ, но и с репетиторами занимался дома в, в течение двух лет, и тем не менее ухитрился в первый раз это ЕГЭ завалить по математике. Это для меня удивительно, понимаете. При этом там есть репетитор каждый, каждую неделю, значит, они встречались, решали задачи. Прошел экзамен, она завалила. Потом как-то собралась и, соответственно, со второй попытки сдала. Но э, в этом плане даже возникает э, просто некоторое недоумение. То есть можно бесконечно. Павел, да? перебью вас, потому что мы выслушаем новости сейчас две минуты, и после этого вернемся в эфир и будем обсуждать тему дальше. Ну а мы продолжаем обсуждать тему школа за что платят родители. Обсуждаем мы эту тему сегодня в прямом эфире с Павлом Карповым, директором Московской школы номер 261. А, Павел, вот мы до того, как слушали новости, соответственно, обсуждали с вами, вы рассказывали историю про а, конкретный пример, про а, девушку, учащуюся, которая училась и в школе, и имела репетиторов, и, в общем, и целом вроде много было и временных Он усилий, и, и финансовых, ресурсов, наверное, 15. да, различных ресурсов а, затрачено, но, тем не менее, первый раз по конкретному предмету она вообще не смогла сдать тот же ЕГЭ. Обсуждали мы с вами тему, можно ли бесплатно на сегодняшний день подготовиться к ЕГЭ. Да, вот на что рассчитывать, соответственно, тем родителям, которые, ну, допустим, в принципе не могут заплатить, или не были к этому готовы изначально. Потому что одно дело, когда ребенок идет в этом году в школу, мы обсуждаем, я напомню эту тему, в связи с вступлением в законную силу за федерального, точнее просто закона об образовании нового закона об образовании и всех тех изменений, которые там имеют место быть. Поэтому далеко не все к этому готовы изначально, могут потянуть а, в принципе всю эту историю платную. И вот, а, ну, да расскажите нам эту историю про эту ну, девушку. Сдала а... на экзамен? Нет, она сдала безусловно. Еще раз, я хотел бы просто очень еще раз сформулировать эту простую мысль, что закон не ухудшил ни на йоту ту ситуацию, которая была. Более того, во многом для школ, для организаций с точки зрения прав родителей и для родителей самих и для детей он радикально улучшил ситуацию. Сказать, что появилось нечто, что должно быть срочно тарифицировано, и все пустились, значит, в поиски, сколько за... И повторяю, какие-то картинки, когда из школ просто... На школах уже ценники рядом с указателем. Вот приходят родители, я конкретный пример знаю, с суммой, да? Это невозможная, неправильная ситуация, и с ней нужно в первую очередь прийти к администрации этих школ и спросить, вы, товарищи, чего? Конечно, деньги школе всегда нужны, потому что она может их дополнительно тратить на э, какие-то вещи, э, в том числе улучшающие общую ситуацию в школе. Но при этом э, огромный норматив, мы сейчас говорим о Москве, то, что я знаю лучше, да? огромный норматив, э, который только увеличивается, и при этом вся программа, которая необходима ребенку, она остается точно такой же, как была 31 августа. Более того, у школ все, все больше появляется возможностей, совершенно не прибегая к, к усилиям родителей, к деньгам родителей, вводить новые дополнительные элективные курсы. На мой взгляд, сам, ну, понимаете, это э, как бы гуманитарная система, это люди. Каждый как-то по-своему понимает открывающиеся возможности. Да, безусловно, школа в этом плане может выступать как определенный агент, продающий образовательную услугу. Но это должно быть разумное состояние. Это не может быть таким, что человеку фактически навязывается то, что и так должно происходить. Но это было всегда. И всегда была ситуация даже в советское время, когда учителя иностранного языка, предположим, заведомо ставили детей в ситуацию неуспешности для того, чтобы таким образом навязать дополнительные занятия по этому же языку, но уже в частном порядке. От таких вещей очень сложно любым законом или как бы нормативным актом и инструкцией защититься. Это вопрос здравости самой школы, это вопрос диалога между родителями, педагогами и администрацией. На мой взгляд, еще раз э -э -э, те, кто может сдать ЕГЭ, а таких все-таки подавляющее большинство, они абсолютно могут это подготовиться в школе. Школа сама заинтересована в первую очередь, чтобы результаты ЕГЭ были наилучшими. Поэтому максимум усилий, в том числе часов, человека часов работы, усилий педагогов в конце учебного года и вообще в 10-11 классе тратится на то, чтобы максимально хорошо подготовить к ЕГЭ. Зачем здесь прибегать к репетиторам? Я ну, только для каких-то сверх задач или в ситуации, когда ребенку требуется ну просто дополнительные усилия. На мой взгляд здесь опять э, больше опасений родителей, они просто не знают, что происходит. Но это в школе. нормально, опасения ну, родителей, это, нет, это нормально. Они не знают, поэтому просто страхуются. Вот, ну скорее всего, лучше к репетитору, это надежней. Но повторяю, если, если школа не справится, то не факт, что справится репетитор. Я напомню нашим слушателям телефон на студии, потому что мы находимся в прямом эфире. 65 10 99 6, код Москвы 495. Можно позвонить, рассказать вашу историю, задать вопрос, поделиться мнением. И все то же самое можно в письменной форме осуществить на сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». Ну а мы с Павлом Карповым продолжаем обсуждать тему «Школа, за что платят родители?». И вопрос у меня на самом деле следующий. Вот вы сейчас такую фразу сказали, Павел, что выросли стандарты, в том объеме, в котором они были по состоянию на 31 августа этого года, они остались бесплатные. Я правильно вас поняла? Ну, нет, они не выросли, но стандарты, безусловно, остаются те же. И они абсолютно достаточны. То есть, вот этот стандарт, который существовал у нас в бесплатном варианте, конечно, он и конечно, сейчас существует конечно, в бесплатном конечно, варианте. Конечно, конечно. А, смотрите, то есть платным становится нечто большее относительно того, чему и так да. должны были учить в школе и да. в прошлом году, да. условно да. говоря. Да. Тогда у меня вопрос следующий, потому что, еще раз, как раз вот я сегодня озвучила, что с разными ситуациями столкнулись родители, mm -hmm. и более того, мы сейчас с вами в рамках программы не перечислим, и это будет нудно, и скучно, и не всем ну, нужно, не надо, да, и не нужно, да, наверное, что вот этого предмета в таком-то классе столько-то часов, в таком-то столько-то. Я сейчас условно говорю то, что мы назвали стандартами. Но, тем не менее, я думаю, что каждый родитель или многие родители, в том числе и те, которые слушают нас сейчас, могли оказаться в ситуации, когда им что-то непонятно. То есть им сказали, что они должны где-то что-то заплатить дополнительно. Вот это им а, сейчас предоставит школа. Это только если они дополнительно там оплату какую-то произведут, запишутся, еще какую-то технику. Ну, что-то непонятное. Включено ли, а, включена ли та форма образования, которая, точнее, тот объем образования, который имел их ребенок там, в прошлом году, условно говоря, с учетом перехода в следующий класс а, и так далее. Правильно ли в школе сказали? Ну, вот такой простой вопрос, mm -hmm. потому что я думаю, что многие, естественно, сталкивались с тем, что бывает, когда в школах а, существуют формы оплаты, они только неофициальные, по крайней мере, существовали раньше. Вот куда с этими вопросами человек, родитель, школьника может пойти? Ну, в любом случае, первый адрес – это сама школа. Если школа невнятно отвечает на этот вопрос и не может объяснить, почему вот это стоит, вот это не стоит, а, соответственно, если стоит, то сколько и почему, как складывается эта цена, и родитель считает, что для него это этот ответ не исчерпывающий, не, не удовлетворяющий его, он может обратиться на уровень выше, но в Москве в данном случае это учебная круга есть. Все административные округа имеют э, тоже свои образовательных, э, образовательных руководителей. Ну, это уже не РАНО, раньше ну, РАНО. Мы привыкли называть, да? А сейчас это э, одно окружное управление образования на огромный округ. Там не так много людей. И у них, на самом деле, колоссальный объем работы просто потому, что округ большой. И э, тем не менее, родитель имеет устно, письменно, в том числе электронной почтой, обратиться для того, чтобы ему еще раз более подробно дали разъяснение, почему происходит то или и другое в его школе. Вот, э, на мой взгляд, э, даже вот этого простого такого шага на повышение, это абсолютно достаточно. А скажите по практике, может быть, не, не очень приятный вопрос сейчас задам Павел. А, собственно говоря, ну вот вы директор школы, например, да. да, если а есть какой-то родитель, который не просто с запросом, может быть, жалобы обращается. Это на школу ну, как-то вообще отражается все или нет? Это зависит от вменяемости, простите, вменяемости людей, поскольку некоторые вещи могут э, быть не, не, не то что не объяснены, а просто люди отказываются их воспринимать. И в данном случае просто это рассматривают как некоторое давление на школу. То есть, но сказать, что, ну, то есть это, понимаете, все зависит от конкретной от ситуации. ситуации. Но, к сожалению, да, великое искушение, просто используя задействованные механизмы, в Москве они действуют очень хорошо, просто начать давить для того, чтобы продавить ту или иную свою собственную идею Вот в отношении своего конкретного ребенка. Вот э, это возможно, но это не связано с той, с той темой, которую, наверное, вы хотели бы сейчас. Ну вот, например, может быть ситуация, когда в школе выбрана та или иная программа по учебному предмету. Эта программа для всех, более того, она как бы защищается школы, школа понимает, зачем она нужна, какие результаты она дает. Но это понятно внутри образования, понятно профессионалам в образовании. Родителю по ряду причин это может быть непонятно. Ну, в том числе, например, что у него что-то конкретное происходит. Вот у нас есть мама, у которой ребенок часто болеет. Ему очень сложно учиться по этой программе, потому что э, это не тот учебник, который э, ты э, просто купил и, извините, тупо читаешь дома, учишь наизусть, потом сдаешь и получаешь свою пятерку. Она хочет пятерку, а ребенок реально постоянно находится дома на больничном. И э, когда приходит, то у него оценки ниже, поскольку он что-то пропустил, он что-то не понял, ему что-то не объяснили. Вот в данном случае э, мама может давить на школу и говорить, слушайте, ну-ка измените программу. Это вот ну, такая сложная ситуация. Но с другой стороны, она имеет право, что вот, ну, раз она выбрала это образовательное учреждение, значит мы должны приспосабливаться и как-то его пытаться тянуть даже дистантно и, и удаленно. Поэтому э, самое главное ⁇ знать меру. На мой взгляд, любая образовательная организация заинтересована в какой-то своей внятности, в объяснении того, что происходит внутри. И э, еще раз повторяю: абсолютно все ресурсы, абсолютно все ресурсы для того, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ по любому предмету и вообще просто дать качественное образование, внутри школы есть. Но рынок колоссален, образование колоссален рынок, там огромное количество предложений, а вот здесь дополнительно, а вот здесь тренинг, а вот хотите съездите сюда, а вот здесь отличная экскурсии сходите туда, посмотрите. И рынок давит на родителей, на школу, и школа становится, хочет уже быть участником этого рынка. И возникает некоторая избыточность. Эта избыточность начинает тарифицироваться некоторые вещи тарифицируются неоправданно высоко. Но здесь уже мы просто как бы не в самой системе образования, а мы просто в некоторых действующих на сегодняшний момент в нашей прекрасной стране законах. Но а как раз именно для того, чтобы наши слушатели, родители, школьников, которые столкнулись сейчас вот с этим нововведением, они непривычны для нас. Да? Вот, по сути, они... А, от себя могу сказать, что нам привычно, а, так же, как и в различных областях услуг, скажем, и медицинских в том числе, когда мы благодарим за что-то. Да? В этом плане при привычно. Ну, это ужасно, а вот, это есть. Ну, это надо у это, не я, я, я сейчас не даже не пытаюсь дать оценку. Я говорю, что это то, что мы как бы привыкли. Да? Да, а вот а, сам факт, того, что мы должны просто прийти по тарифу, и, кстати, о тарифах мы поговорим сейчас, а, в школе заплатить, это очень непривычно, даже мне непривычно, хотя я еще раз Но повторяю, это, что это я еще сама не Это более правильнее, чем этим. просто рассчитывать на какие-то там благодарности и так далее. Вот это И, живет, и живет ли одно другое, да, я тут тоже, тоже большой вопрос. Mm -hmm. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем тему школы, за что платят родители сегодня. А, эта тема у нас в прямом эфире 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить по этому телефону, задать вопрос, вы сказать мнение. Ну, а мы сейчас выслушаем новости, две минуты, и после этого вернемся в прямой эфир и будем обсуждать проблемы дальше. Мы продолжаем обсуждать тему, школьную тему. Сегодня у нас в прямом эфире «За что платят родители в школе?». А, тему мы обсуждаем вместе с Павлом Карповым, директором московской школы номер 261. Телефон студии, напомню нашим слушателям, 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, поделиться мнением, рассказать какую-либо историю. Я напомню, что вообще эту тему мы обсуждаем в связи с тем, что то а, вступил в силу новый закон об образовании, который, в общем, массу а, всяких нововведений привнес во взаимоотношения, ну, не побоюсь так сказать, родителей и ш, школьников и непосредственно школы. Это мы обсуждаем сегодня, потому что у нас а, появляется официальная нотка платного образования в любой фактически школе, не в тех, в которые мы не новко, изначально... возможность, да. возможность. Да. Mm -hmm. Вот а, по поводу этого, да, еще озвучу нашим слушателям, что на сайте Финам на страничке программы «Формула права также можно написать ваш вопрос в комментарии мы их в прямом эфире озвучим а если это будет вопрос я попрошу павла на него ответить а что касается тарифов и возможности в принципе да то есть сейчас закон предоставляет любой школе абсолютно любой районной школе а, тем не менее иметь платные услуги и предоставлять эти платные услуги да а есть ли какие-либо тарифы и взаимосвязанные вопросы льготы то есть каким образом это в финансовом плане выглядит каждая школа сама по себе, говорит, я считаю, что это стоит рубль или миллион, либо есть какие-то в каждом регионе, районе, ну и в том числе в Москве, установленные тарифы. Как это выглядит и как это планируется? Ну, а... Я бы все равно, как мне сложно так размышлять, что тарифы в образовании все-таки это безусловная ну, услуга, но слово тарифы здесь как-то совсем нивелирует вообще образовательную сущность. Поэтому есть платные образовательные услуги. Здесь э, как бы два механизма, которые влияют на ценообразование. Это, собственно говоря, некоторая рыночная ситуация буквально, то есть спрос буквально и, и прочие вещи, которые, в принципе, всем понятны. И э, нарождающаяся сейчас практика некоторого регулирования для того, чтобы эти э, услуги, например, не превышали определенного порога. Если мы вот, опустимся на уровень дошкольного образования... Ну, как-то все время представляется, что все такое растет вверх, да, поэтому опустимся не в смысле, что там совсем все примитивно, а в смысле мы так мысли, мысью подревуем. Под под с туда ростом детей. Да, то, э, в принципе, вот есть плата за присмотр и уход, которая э, в этом плане э, в связи с. С вступлением нового закона она э, может немного расти но при этом э, здесь например москва очень жестко регулирует эту ситуацию и на самом деле здесь невозможно никаких чудес для родителей. Да, есть некоторые изменения, но они абсолютно в, в понимаемом таком для всех понятной поле и пространстве и ситуации. Вот. Насколько мне известно, совсем жестких регуляторов сейчас в отношении любых платных услуг нет. Но на самом деле это то, что так или иначе, поскольку закон отступил с сентября, и мы это пространство регулирования, в том числе платных услуг, то, что что было раньше, но и сейчас становится такой достаточно интересной темой. Она будет, на мой взгляд, я здесь не могу давать обещаний, гарантий, она тоже будет отрегулирована. Но для нас, вот, например, в цена вот у нас из платных услуг есть, например музыкальная школа, и это такая полноценная программа музыкальной школы, где ребенок занимается специальностью на инструменте, хором, сальфеджу и так далее. Там, ну, мы рассчитываем очень просто. Ну, правда, получается достаточно дорого, но мы рассчитываем. Вот есть э, э, рабочий час педагога, за который он согласен буквально осуществлять эту работу. Предположим, он составляет 350 рублей. Я считаю, что это мало, но, тем не менее, у нас вот очень хорошие педагоги, очень классные, сильные педагоги. Согласен. Но они согласны. Да? А, ну, тонкие люди, очень тонкая душевная организация, они здесь пока не требуют нечто невозможного. Эти 350 рублей, дальше я, поскольку это просто перечисляется на счет школы, я должен оплатить все налоги, страховые взносы. И в том числе мне хотелось бы, чтобы это было 350 рублей именно на руки, без этого 13% подоходного налога и, а, точнее, НДФЛ. И, соответственно, вот еще где-то 43% или там, предположим, ну, на всякий случай 50% мы должны сверху к этой сумме добавить, просто потому что мы таким образом должны выполнить эти обязательства в 350 рублей. И дальше есть небольшая дельта, которая в целом идет для, в том числе, обеспечения работы по данному направлению. Там нужна будет бумага, там ноты или еще что-то и так далее. И в целом, ну, я, я лично не вижу, что здесь будет колоссальная прибыль для школы. И в этом получается, в этом плане получается, что где-то 500-600 рублей должен заплатить родитель, 600 даже скорее, для того, чтобы я совершенно спокойно выплатил 350 рублей а, педагогу. Вот, собственно говоря, и все. Вот если ко мне при, приходят родители, я объясняю, как это устроено ну вот вот оно устроено так. я не говорю плохо это хорошо, вот оно так должно быть устроено. Если бы я платил педагогу 300 рублей, а с родителями брал тысячу, то тогда в принципе родители или педагог, они бы мне задали вопросы уважаемый директор, а вы собственно говоря, чего? Вот и это будет неправильно. Поэтому мы здесь поскольку повторяю это такая публичная, фактически это публичная оферта школы то э, здесь очень сложно э, как-то сделать это в, 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 не, в неясной, в непрозрачной для родителей ситуации. А вот вы сейчас сказали такое слово ⁇ публичная оферта ⁇ Не просто так, я сейчас его произнесла а еще раз. Дело в том, что у меня тут ряд вопросов написан, uh -huh. которые я планирую вам uh -huh. задать. И а, в том числе, вот мы сегодня обсуждаем, что у нас образовательная услуга, да, то есть физические лица для своих личных бытовых нужд получают образовательную услугу. Вопрос у меня первый. Будет ли распространяться закон о защите прав потребителей да, на конечно. родителей? Будет. А, соответственно, согласно данному закону, любой потребитель должен получать информацию, полную, достоверную информацию о том, что же за услуга будет ему оказана. Вот, а каким образом, предусматривает ли это закон, либо какие-то, может быть, уже нормативы, каким образом школа, каждая, тем более мы сейчас понимаем, что каждая школа может делать что-то свое. В общем, в целом ее никто не принуждает. Могут быть свои цены, свои дополнительные занятия. Ну, то есть между школами уже появляется различие. Более того, наверное, каждый родитель может задуматься, а в какую же школу тогда я хочу отдать своего ребенка. Да, условно да, говоря, да. да. И для всего этого нужно получить информацию. Вот каким образом а, получают а, ну школа, соответственно, будет распространять эту информацию, доводить до сведения потенциальных своих потребителей, а родители будут ее получать? Как? Это? Ну, там в образовании есть очень конкретные документы. Это учебная программа и учебные планы по конкретному направлению, по конкретному предмету или там, дополнительному образованию и так далее. В принципе, в ней перечислены а, ну, основные вещи с точки зрения образовательного языка, профессионального языка, чем, собственно, предполагается заниматься с вашим ребенком на данном курсе. Есть педагог, есть его квалификация, и есть просто знание о нем, потому что с педагогом в любом случае родитель встречается сочетание этих вещей дает, на мой взгляд, абсолютно исчерпывающую картину для того, что будет происходить с ребенком. Кроме того, я считаю, что все образовательные занятия должны иметь некоторый открытый такой, в том числе прозрачный публичный характер, поэтому любой родитель имеет полное право прийти и посетить уроки где со своим ребенком, даже не обязательно со своим ребенком посмотреть, что собственно происходит на этих уроках и сделать для себя какие-то, в том числе выводы. Ну, есть отдельные экстремистские настроенные родители, они там хотят сразу камеру поставить в каждом классе и как-то еще через интернет от, отсматривать это все. Может быть, где-то это обосновано? Вот почему у меня, нет? Если... У, меня, у меня друг, он почему-то считал, что надо таким образом, значит, наблюдать за учителем в начальной школе, чтобы понимать, что там происходит. Но я я не знаю. Мне кажется, здесь самое главное, чтобы были все-таки, ну, какие-то. Еще раз прошу прощения за это слово, но другого не нахожу. Какие-то вменяемые отношения, понимаете? Потому что, э, ну, в принципе, э, совсем подменять собой э, школу, образовательное учреждение и говорить, я знаю, как, все отойдите, я вас сейчас всех научу. Вот у нас был там забавный случай, что учительница музыки она разучила с детьми песню э, зарубежной, ужасной группы Queen вивил Rock You. Да? Ну, я думаю, что она просто ее выбрала, потому что под нее можно очень хорошо хлопать, топать это был первый класс и значит один родитель ужасно возмутился этому факту и сразу начал жаловаться даже не пришел ко мне я прошу прощения я не знал этого это было внутри как бы образовательного процесса родилось они готовились к какому-то конкурсу и значит нашел в интернете перевод этой песни это был плохой перевод к сожалению и значит он прочитал пришел в ярость от того чему значит учат детей в первом классе и так далее вот нам приходилось Урегулировать этот вопрос. Но я опять возвращаюсь только к теме: да, нам приходится на это тоже как-то реагировать, но хотелось бы диалога. То есть, если, например, родитель в принципе фундаментально не доверяет школу, он может ее сменить. Вот вопрос один из моих Но вопросов это, как, раз это как плохо, по смены. Если мы это ставим, говорим, да-да, он да, не нравится уходить, это это ну, не, это, нельзя, для ребенка, это не профессионально. Да, мы не можем так сказать, ну мне кажется, мы не, мы не должны так говорить. Но у, у родителей есть это право, потому что потратить кучу сил совместно на то, чтобы перевоспитать всю школу, то ее можно просто разломать. Учителя начнут уходить, они скажут, ну нет, я так не могу, извините, вот у меня есть свои кредо, я вот работаю именно так. Если ваши родители не воспринимают меня, ну, значит, это значит, будет меняться сама школа, это затронет других детей, это не пойдет на благо, на, в плюс никому. Поэтому здесь очень важно сохранять какое-то уважение друг к другу и, и диалог. Насколько он получается, понимаете, это всегда очень индивидуально. Вопрос сейчас такой задам, а, Павел. Может быть, по незнанию, тем не менее хотелось бы услышать на него ответ, а, зная тем более ситуацию с детскими садами в некоторых районах. Существует ли? Вот мы сейчас заговорили по, про возможность смены школы. Сейчас не говорю о том, что для ребенка это, наверное, не очень хорошо менять социум, да и место обучения. Ну, конечно, но тем быть. не менее, такое право, как вы сказали, у родителей есть. Он может получить информацию, если ему что-то uh -huh. не нравится, он может сменить а, школу. А насколько это просто? И вообще, в принципе, существует ли, а, ну, я понимаю, что неправильное слово очередь, но тем не менее, как-то записываться да, Куда -куда? В, школу, в школу. В школу нужно ли? И если востает вопрос а, по поводу смены, переводы из школы в школу ребенка насколько это просто и не оказывается ли что просто нету мест и все ну а, мы все тоже в, в рамках и и старого закона и нового там практически ничего не менялось и в принципе образовательная организация обязана взять при наличии любого ребенка при наличии места в образовательном учреждении то есть там есть определенные нормы санитарные нормы нормы и правила да и они там где-то в районе, не где-то, а точно в районе 25 человек в классе вот отслеживают эту наполняемость. Естественно, бывает всегда в плюс, минус и так далее. То есть все-таки ну, нужно подходить рационально. То есть мы и могли бы взять ребенка, да. с другой стороны, ну просто физически может не быть этой возможности. Это или, или добавление еще одного ребенка просто резко ухудшит ситуацию в классе. Ну, учитель, безусловно, должен быть профессионалом, но все-таки, вот, например... У нас в начальной школе Эльконин Давыдов, развивающее обучение Ильконин Давыдова. И там очень важно, чтобы учитель каждого ребенка во время урока он запоминал, что он отвечает ему, и э, давал комментарий именно по его так сказать, попытке что-то там рассуждать. Если это 25 человек, то это получается у профессиональных А да, если да, это условно. 30 или 31, то это просто в какой-то момент, знаете, как буферный раствор, он просто начнет рассыпаться. И э, это... Скажется на всех детях, а не только на конкретном добавленном ребенке, При, пришедшем вновь ребенку. Павел, я а, снова перебью вас, потому что мы а, слушаем новости, возвращаемся в эфир, и после этого продолжим обсуждать тему по поводу перевода школы и очередей. Мы обсуждаем сегодня тему школы, за что платят родители. Телефон студии 65 10 99 и 6 код Москва 495. Также можно написать на сайт finam.fm на страничку программы «Формула права». Ваше мнение, ваш вопрос. Мы находимся в прямом эфире. И со мной в студии Павел Карпов, директор Московской школы номер 261. Павел, мы обсуждали с вами такой вопрос. Ну, Во-первых, что взаимоотношения между родителями школьников и непосредственно школы теперь подпадают у нас, собственно, под Закон о защите прав потребителей, и школа вправе предоставлять уже платные образовательные услуги. И, соответственно, родители, в свою очередь, могут получать информацию о школе, о тех образовательных программах, о их сущности, о стоимости. То есть все, да, о результатах. О результатах, да, которые, а, ну то есть обо всем, что предлагает а, в данной ситуации школа, для того, чтобы а, произвести выбор непосредственно а, того учебного заведения, в котором в который родители захочут своего ребенка. Отдать. А у меня к вам вопрос следующий. Вообще то, что мы обсуждаем сегодня, это относится ко всем видам образовательных учреждений? Или это мы сейчас говорим с вами только об общеобразовательных школах? Ну, в данном случае закон внес, на мой взгляд, очень такую правильную э, ясность в этот вопрос, потому что э, есть э, образовательные учреждения, это средняя общеобразовательная школа. Э, вообще общеобразовательная школа. Там есть некоторая разница, что образовательные организации они могут э, реализовывать те или иные программы. Есть например, программа дошкольного да, образования, есть программа начального, среднего, старшего школьного. Да? И э, в этом плане э, любое юрлицо должно называться сейчас школой. И если вот, э, и, на мой взгляд, тут ни, никакого ужаса нет, особенно для школы это приятно и хорошо. Вот мы всегда были средней школой, да, а те, кто были там центрами или лицеями, гимназиями, они почувствовали некоторое, ну, принижение собственного значения и статуса. Но при этом школа может выбрать себе самоназвание и сказать там «Лицей, вторая школа», предположим, да, назваться «Лицей, вторая школа». Я не знаю, правда, как это будет восприниматься людьми, там, ну, это второй вопрос. Если мы <с говорим <с уже об услугах, да, собственно, да. мы можем говорить о торговых марках. И в этом плане для школ э, все школы и правила для всех едины. Вот, в том числе детские сады тоже становятся частью образовательной организации, которая является средней общеобразовательной школой. Это просто дошкольное отделение. И э, в этом плане э, все дети имеют все полные права, и они защищены всеми законами, которые есть. То есть по поводу детских садов то же самое, да, у нас Это, правила в общем и целом действия. Да, они должны быть образовательной организации, но в данном случае э, они просто реализуют программу дошкольного э, образования. А у меня еще такой вопрос, Павел. Вот смотрите, а, существует школа, я сейчас так немножко абстрактно на пальцах говорю, mm -hmm. да? Существует школа, и в школе предоставляются образовательные услуги. Часть из них гарантированы государством и составляют вот тот самый стандарт, mm -hmm. да? А mm -hmm. часть, соответственно, а, нечто уже дополнительное. Не стандарт. Не да. стандарт назовем это так, да? А, вне зависимости от того, о чем мы сейчас будем говорить, и там, и там все держится на преподавателях, ну, Весь ну, образовательный да, процесс, много, да. да, во многом. А, соответственно, их много, это не один человек, с которым да. достаточно познакомиться при выборе школы. Угу. Может ли как-то родитель, ну, влиять на выбор преподавателей? Тем более, если, к примеру, несколько или как это внутри происходит, то есть каким образом это может быть или не может быть, да, то есть родитель безусловно может. А, ну, я не говорю не о том, что менее... приехать поговорить, да? <свят> Нет, э, ну, я, в принципе, одну мысль э, пытался сегодня как бы донести. Она связана с тем, что э, в любом случае и родители, и школа должны находиться в диалоге. Это не может быть просто продавливание либо школьной исключительно позиции, либо только родительской. Да? Поэтому этот э, выбор преподавателя или переход от одного к другому, он должен быть э, в том числе педагогически осмыслен, продуман и обсужден. Но тем не менее, родитель может, например, потребовать перевода свой, э, своего ребенка из группы, в которой работает, ну, предположим, учитель э, иностранного языка... Э, ну, не сложились Петров, отношения, мало да, ли что... К учителю иностранного языка Смирнову. Дальше, безусловно, но это уже как бы начинается проблема школы, потому что если школа видит, что конкретный педагог, он вдруг начинает терять учеников, а другой начинает приобретать, то, соответственно, она должна тоже делать какие-то выводы. Это не самое приятное, что есть, безусловно, и, может быть, это просто ну, такие бытовые конфликты, не совсем связанные с образованием, но это всегда ситуация, которую приведет так или иначе к изменениям. Но вообще но поскольку... это связано с образованием, потому ну, что нет, конечно, с детьми персоны конечно, работают конечно. непосредственно. Нет, но могут быть ситуации, могут быть ситуации, при которых, например, родители считают, что данный конкретный педагог не так учит или плохо учит. Да? При этом может быть ситуация, что внутри школы коллектив педагогов или там люди, которые отвечают за содержание образования, да? наоборот, они наоборот говорят, вы знаете, наоборот, это удивительная программа, подождите еще, а родитель говорят, сколько ждать? Он говорит, ну он, там годик, два нет, годик мы не можем, давайте вот сейчас мы же видим, что он стал забывать то все 5-10. И здесь вот приходится принимать решение, но у родителей приоритет, понимаете, он может добиться внутри образовательной организации для себя вот изменения. Но а, поскольку там еще есть новая система оплаты труда, когда, в принципе, оплата педагога так или иначе привязана к количеству учеников, то а, просто это будет приводить к тому, что а, люди начнут терять зарплаты и как-то, наверное, будет изменяться их а, а, в целом миропонимание. Павел, ну, во-первых, нашим слушателям, я напомню, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Мы еще пять минут в прямом эфире находимся, обсуждаем эту тему. Школа, за что платят родители, и также сайт finam.fm на страничке программы "Формула права». Можно вопрос, мнение, комментарий оставить. А воп мой собственный вопрос к вам звучит, я даже не сформулировала, может быть, его в красивом варианте, но с какого и по какой класс вот есть какая-то разница да, между совсем начальными, первым, вторым третьим, или, наоборот, теми классами, которые, мы говорим, там, 10-11 класс. То есть здесь какая-то разница, существует ли она по закону, или это уже каждая школа для себя решает, что она делает. Я, И по стандартам. Нет, ну, но есть традиционное деление, которое закреплено в стандартах. Есть вот, если мы говорим о школе, то есть есть начальная школа 1-4, и, в принципе, результаты начальной школы должны быть именно к концу четвертого года обучения. И те промежуточные, которые есть на первом, втором, третьем году, они являются просто теми шагами, которые потом приведут к итогам. И итогом его должно стать освоение программы начальной школы и стандарта начальной школы. Есть средняя школа 5-9, да, итогом его является, ну, в данном случае, государственная итоговая аттестация, Uh, такой прообраз ЕГЭ. Это, собственно, право государства замерить, а что там школа, собственно, сделала, за что ей платили деньги. Государство платит деньги за обучение. Оно хочет проверить, каким образом школа выполнила uh, ту работу, которая была ей поручена. И есть вот последняя ступень 10.11. При этом uh, сейчас... Это ЕГЭ, да? Ну, и это я, ЕГЭ. Я ну, просто... и, и желательно их вообще даже физически, территориально разделять. Потому что там есть просто даже э, разное внутреннее наполнение. Есть э, доп. образование, есть задачи и, и дела, которые нужно заниматься в подростковой школе. То есть в каждой школе нужно три, три здания. Да? Ну По-хорошему ну, Сейчас вот Москва к этому так или иначе идет. Там. Объединением школ? Да. За счет того, что появляется возможность, например, выделить начальную школу. Это прекрасно. Павел, да. перебью вас. Почему? Потому что у нас буквально две с половиной минутки. Есть слушатель, который нам звонил mm -hmm. в эфир. Михаил, э, слушаем вас только очень-очень кратенько времени мало. Mm -hmm я очень кратко хотелось бы поблагодарить тем очень действительно интересное и судя по тому что Uh, так сказать, уважаемый ваш собеседник говорил, к сожалению, он не во всем сильно ориентируется, в частности, платных услуг и так далее. А почему uh, вы так желательно... говорите? Я думаю, что как раз Павел-то ориентируется, uh, вы ваше расскажите мнение. Я, я расскажу, я тоже в платной занимаюсь эти вопросы, в том числе тарификации, это меня слово не пугает. К сожалению, очень много вопросов не решено, в частности, наличие одновременно в дополнительных заданных бюджетных мест, не бюджетных мест или а год. Каким образом рассчитывается не по рынку, цена работы педагога и расчет просто был приведен некорректно а, по поводу 350 рублей, тогда 900 родителей надо брать. Потому что школа не более 28% подает зарплату. просто Сам, сам расчет был проведен некорректно. ну Михаил, есть, мы, так, честно то, говоря, не ставили задачу да, в понимаю. рамках радио посчитать. Понимаю, понимаю. Поэтому я хочу поблагодарить. Эту тему необходимо еще раз поднимать, поднимать и поднимать. Потому что ясности, насколько я знаю, у меня тоже дочь ученица, тем, что можно относить к дополнительным услугам, что является обязательными услугами и порядок расчета его просто нет, его просто нет ни одного локального нормативного акта, как это делать. Ну, может быть будет. Них, общем, но вы только отрыв. что Спасибо, сказали, Михаил. что там есть 23 процента, вы говорите ясности нет, а 23 процента у вас вот в голове это например, зарплата, есть. но 36 СН сюда прибавьте 13 процентов подоходный так. и прибавьте соответственно у вас получится вы не более трети, даже меньше можете отдать на зарплату. Отсюда, если вы хотите 300 платить, вы назвали среднюю цену по Москве с одного человека. Тут количество занимающихся группе имеет роль. и Я говорил получаем... об индивидуальных занятиях, да. я Какая разница, понимаете, у вас нет ККМов, нет кассовых аппаратов. Вы в любой ситуации берете месячные а, так называемые абоненты, и что, допустим, делать в ситуации, когда ребенок болеет, не ходит, или какие-то... Да, образом, это какой очень сложно регламентировать, да, абсолютно, вот вы правы. я о чем и говорю. Так, к сожалению, пользуясь вашим положением, было бы совершенно неплохо в департаменте образования города Москвы У меня не Поднимаю такое положение. эти вопросы. Я понимаю, но в рамках уже не закона об образовании, а в рамках 83-го закона о по правовом положении бюджетных учреждений. И возможно все-таки говорить не о все том, все сразу. Что -то Михаил, спасибо огромное. Перебиваю да, по одной простой причине. Да, уже 25 секунд у нас эфира. Я бы с удовольствием выслушала а, и Михаила, и Павла. Но, тем не менее, к сожалению, наша программа подходит к концу. А, дело в том, что я прекрасно понимаю, а, что а, действительно очень много открытых вопросов. Вопросы остаются открытыми, наверное, с тем, как будет исполняться этот закон. Они потихоньку, будем надеяться, да, будет все хорошо. А, закрываться. Надеюсь, будет все хорошо. Главное не бояться. Каждый четверг в 11 утра в, в прямом эфире формула права.